Верхневолжье специалисты МЧС России утилизировали 670 килограммов жидкого хлора. Баллоны нашли на производственной площадке, что в Зубцовском районе. Их использовали на местных очистных сооружениях для хлорирования воды. Специалисты центра «Лидер» и МЧС России по Тверской области вскрыли эти баллоны, промыли теплой водой и подтвердили их безопасность. Всего было утилизировано 27 емкостей, где было 675 килограммов хлора. Для нейтрализации понадобилась тонна кальцинированной соды.